Сотрудничество Одинцовского округа МГИМО началось в ноябре 2021 года. За это время было реализовано несколько совместных проектов. Мы реализовали несколько совместных проектов. Первый проект – это программа повышения квалификации «Личная и командная эффективность. Работа на результат». Ее прошли 254 человека. Это были работники администрации, руководители наших подведомственных учреждений и наш кадровый резерв. Второй проект – это программа профессиональной подготовки менеджмента в образовании, эффективное управление образовательными экосистемами. В ней приняли участие 400 человек, в том числе директора наших образовательных учреждений, наших школ, сотрудники управления образованием, школьники и, как ни странно, их родители. В программе повышения квалификации приняли участие сотрудники администрации, ТЭР-управлений, подведомственных организаций и депутаты округа. Особое внимание уделили коммуникативным навыкам. Всего в обучении приняло участие 108 человек, которые объединились в 16 команд. В процессе выполнения практических и домашних заданий действовало 30 рабочих групп. Сочетание вот такой командной и индивидуальной работы позволило развитию компетенции, коллективного взаимодействия, культуры поддержки и взаимного доверия. 106 часов очного обучения по 7 образовательным модулям. Теория, практические занятия и тренинги, поддержка экспертов. Все ради того, чтобы получить новые знания и компетенции. И, конечно, укрепить уже существующие. На курсе мы обсуждали не только стратегии вовлечения общественности в принятии решений, но и уделяли внимание прозрачности коммуникации между государственными структурами и жителями муниципалитета. По итогам обучения каждому слушателю вручили удостоверение гособразца. Теперь тем, кто повысил квалификацию, предстоит полученные знания и навыки применить на практике, чтобы не только лучше работать, но и в целом сделать Одинцовский округ более открытым. Карина Гиряшева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».